В Грозном проходит грандиозный патриотический митинг. На трибунах местного стадиона собрались около 10 тысяч сотрудников силовых структур. Множество вооруженных людей выстроились также на беговых дорожках. В итоге арена вместила более 20 тысяч человек. Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с обращением к жителям республики. Сегодня я повторяю слова Ахмад Хаджи. Пришло время сделать свой осознанный выбор. И мы говорим на весь мир, что являемся боевой пехотой Владимира Путина. Если поступит приказ, мы на деле докажем, что так это и есть. 15 лет Путин помогает нашему народу. Теперь и мы с вами, а нас десятки тысяч человек, прошедших специальную подготовку, просим национального лидера России считать нас добровольным спецотрядом Верховного Главнокомандующего, готовым защитить Россию и ее стабильность границы, выполнить боевую задачу любой сложности.